И сразу после рынка А101, один из самых дешевых супермаркетов аланийских, собственно, и турецких. И мы сейчас сразу посмотрим цены на овощи, сразу после рынка, чтобы ничего не забыть по свежим, так сказать, впечатлениям. Итак, огурцы, помидоры, ну, как я сказал, помидоры есть по 4 всегда здесь. Ну, по 4 вполне нормальные помидоры. На рынке они дороже сегодня, такого качества. Огурцы по... Вот огурцы здесь дороже, допустим, лук 2,75. Так, что еще тут видно? Яблоки 3,65 дороже, чем на рынке, апельсины не вижу. Киви 6,95, в принципе, тоже цена, как на рынке. Яблоки 4,25. Ну, вот помидоры вполне по 4 эти. То есть на рынке таких не было такого качества по 4. Там дороже были. Такие на веточках 6,75. Тоже дорого. Вот такие вот цены во 101. Смотрите, Carrefour Mahmoudlar тоже после рынка показывает цены. Лук 2,75. Что и требовалось доказать. Я вам говорю, что лук дешевле сейчас в магазинах, поскольку на рынке идет какой-то заговор просто у них.